Ну что же, продолжаем мой рассказ. Часть третья. По пути трезвости. Как я прошел алкогольную зависимость. Так скажем, этот нелегкий путь. Так вот, первый мой опыт я уже рассказывал. Я пошел к обычному наркологу. Соответственно, второй опыт мой я расскажу. Мама мне дала информацию, говорит, в Зеленограде, в Никольской церкви будут проходить какие-то курсы. Вот там, если хочешь, сходи. Там. Что там такое было? Там был, преподавали метод Шичко с православных позиций. Там познакомился я с первым со своим учителем на пути к трезвости, так скажем, да, зовут его Николай Константинович Зиновьев, профессор Международной академии трезвости. Зачитаю кратко вот о нем. Активный сторонник здорового образа жизни Николай Константинович Зиновьев хорошо знаком с алкогольной табачной проблемой. Начав, как и многие его юные сверстники, с табачной затяжки и кружки пива, к 40 годам он попал в тяжелейшую зависимость от алкоголя и табака. И по его собственным словам, не миновать бы ему печального конца, не обратись он для ликвидации своей зависимости к методу, автором которого является Геннадий Андреевич Шичко, талантливый преподаватель академика Ивана Павлова. Хочу зачитать несколько моментов для вас. Последователь академика Ивана Петровича Павлова о высшей нервной деятельности, кандидат биологических наук Геннадий Андреевич Шичко в конце 70-х годов прошлого столетия разработал свой метод избавления людей от табачной и алкогольной зависимости. В его основе лежит замена сформировавшейся в сознании человека программы употребления табака и алкоголя на программу их неприятия. Инструментом для перепрограммирования служит самовнушение, самоутверждение. Вкратце. В общем, определенные есть курсы. Они сейчас есть. Можно много где найти. Но я расскажу свой путь. Да, как вот мне дали информацию. У меня же есть запрос, да, как мне бороться с алкоголизмом. Соответственно, я ищу все... Запрос вселенную я послал, да, так скажем. Мысль крутится в голове. Ну и тут приходит запрос. Вот мама говорит, там я слышала в церкви курсы. Хочешь, сходи. Ну, то есть там хуже не будет, да, там что-то там новое узнаешь. Может, бросишь пить. Ну, то есть я как бы думаю, я же ищу, да, запрос у меня есть. Думаю, все, я пойду. Там какие-то 5 тысяч, что ли, стоило. Там или 9, или 10 занятий. 5 тысяч, да, потому что там аренда помещения, ну, такие расходы. Плюс там, ну, люди все-таки работают, да, то есть какие-то кушать надо. В общем, собралась там группа, человек, может быть, 15. И где-то один урок, ну, грубо говоря, так, 2 часа. Да, то есть приезжаем мы вечером, да, все в основном после работы. 2 часа там, то есть как бы лекция, да, преподаватель. Вот Зиновьев Николай, да, все рассказывает нам. Кстати, вот его книга. Это не реклама, можете купить, посмотреть. Николай Зиновьев, как избавиться от табака и алкоголя. Там, грубо говоря, все лекции, которые он читает, 10 занятий, там вот в этой книге все описано. Но это именно... скажем, с православным уклоном, да, там молитвы читать, утренние, вечерние, вот такие вещи. В общем, хочу, что, поделиться хочу своими моментами, да, наблюдениями. Сейчас общество трезвости во всей стране много где есть, поэтому эта информация доступна. То есть 10 занятий, 10 лекций. Прошел я. Основные моменты какие? То есть я получил информацию, во-первых, что такое яд, ну, табак, алкоголь – это яд. То есть и там уже у тебя, когда ты выходишь с этих занятий,
там, кто-то тебе говорит, пойдем пивка попить, да, ты говоришь, у тебя уже в сознании, пойдем отравимся, пойдем убьем себя. Сигарету кто закуривает, да, это вонючий вздох. Хочешь там затянуться, сделать затяжку, вонючий вздох. И когда ты говоришь, пойдем, я отравлюсь, сделаю вонючие вздохи, ну, то есть, как бы, суть, да, процесса, то человек начинает уже в сознании работать. Вонючие вздохи, отрава, зачем мне это надо? В общем, получил я на этих курсах такую мощную, базовую, как бы, такую информацию, да, которая на всю жизнь в голове осела, и прям начало меняться, да, вот это вот отношение. То есть, не как пищевые продукты, да, табак, алкоголь, в магазине, в продуктовом, зашел, да, там продукты, все это как бы зашифровано, продукты, табак, алкоголь, чтобы мы не воспринимали это как отраву. Мы идем в продуктовый магазин, а там отрава под видом продуктов. И у тебя это все, глаза открываются, да, все четко как бы по полочкам, все это раскладывается. То есть первое, ну, вот эти базовые знания я получил за 10 лекций. Как работать? Дали технику полностью, да, там нужно писать перед сном, программировать себя, то есть надо писать дневники. Это и есть самопрограммирование, сам механизм. Ты программируешь себя, программируешь, да, перед сном, что ты там занимаешься отравлением себя. Ну, как там есть текст определенный, тоже в интернете доступен, можно найти, кто захочет. В общем, что я... Месяц я... Казалось бы, все просто. Перед сном пиши полчаса дневники, и ничего страшного, да? Ты его там пришел, перед сном написал и лег спать. Месяц я писал дневники, потом один день пропустил. И как... Ну, чё, я заметил, да, люди, они такие ленивые, их надо постоянно гонять, ну, многие. И вот ты один день пропустил, да ладно, ничего страшного. У тебя в мысли, я же месяц не пью, я уже все знаю, я нормальный, я уже понимаю, что это яд, что нас травят, нас дурят, это, ну, алкогольная табачная мафия, нас взяли на крючок все, да, и как рабов используют, мы им деньги носим. Я уже это все знаю. Один день я пропустил дневник, а потом второй, а потом думаешь, да блин, все нормально, я же не пью, все хорошо, и не пишешь дневники уже. Вот так вот это работает, то есть как бы запустил, нагнал на себя, что вообще все нормально, я не пью, отрезвый, я все знаю. Там по рекомендации, там, насколько я помню, могу ошибаться, полгода надо писать дневники. Каждый день полгода писать дневники. Ты не пьешь, да, не куришь и сам себя программируешь. То есть, получается, программируешь и, соответственно, ты на новый день встаешь, ты программу с вечера заложил перед сном. И, соответственно, не пьешь, не куришь, да, у тебя программа это работает на оздоровление. Потом вечером программируешь, опять с утра встаешь. И вот так полгода, да, и за полгода ты уже перестраивается психика. Ну, примерно в краткости вот такая схема. Ну, соответственно, я перестал эти писать дневники. И в итоге у меня мысль появилась выпить, да, и через какое-то время опять у меня произошел, ну, скажем, да, такой срыв, он, ну, то есть... Мягкий такой срыв, да, то есть, потому что я не делал, так скажем, то, что надо делать, и вот результат. Ну, соответственно, вот еще я познакомился с первым своим учителем, да, он вот, все-таки он профессор Международной академии трезвости. Непростой человек, да, ну, не покойный, я уже говорил, он умер. Но он тоже на своем опыте прошел, да, вот эти все мучения, он рассказывал, как он умирал, лежал, просил у Бога помощи, чтобы только выжить этот последний запой. То есть он все прошел сам. И уже потом все там трезвые годы, около 20 лет, передавал вот этот метод и ну, оздоравливал, лечил людей, то есть знакомил их со всеми вот этими базовыми навыками. Что хочу сказать. Да, я получил опыт, я узнал много информации, которой впоследствии она мне помогла. Но, то есть... Совсем протрезветь у меня не получилось. Это только были первые шаги мои. Так что, ребята, кому нравится, ставьте лайки. Подписывайтесь на меня. Буду эту информацию дальше именно готовить, подготавливать и записывать именно для вас. До свидания.